Акустические данные зафиксированы по двум диапазонам. Акустические данные по всем диапазонам получены. Ты прикрываешь или как? Торсионного поля почти все.
пруд! Мужик, какого хрена? Сканирование торсионного поля закончено. Так, с работой здесь все. Пора выбираться. Хоть к чертовой бабушке, но выбираться. Ну, привет. Привет. А, подходите. Что у вас? Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем офисе. А! Бай! Кончаю уже. Что? Центр зоны, центр зоны. Артефактов код на плакал. Они чисты всякой мне и на прежнем месте. Вот так вот падал. Привет, брат!
вот анекдот. Встречает сталкер своего старого друга, а тут помятый весь, фингал под глазом. Петя, что с тобой? Да блин, напали, побили, деньги отобрали. Ты их запомнил хоть? А чё её запоминать? Жену-то. Ну, привет. Слушаю тебя. Ну, здравствуй, здорово. Сталк. Время дорого. Рассказывай. Ну рассказывай, я весь внимание. В общем, выкладывай. Ну вы как? Счастливо. Не болей. Заходи, мэн. Отдохни. Легкой дороги. Настроение хуже не бывает. И гнусь кругом сплошная. Как дела? Внимание! Пересеклись как-то возле кордона сталкер и вояка. Сталкер солдатом. Куда чешешь? Ты че, мужик? Подходи! Охренел! Это ж военная тайна! Эй, не горячись, ну не знал. А че несешь-то такое тяжелое? Весь вспотел. Да блин, вспотею что ли. Патроны эти бронебойные на склад перейти. Ты заглядывай, тут весело бывает. Такое знает кто? В общем, зона, лес, поляна. На пороге старой сторожки сидит кровосос. Тут из дома выбегает маленький кровососец и к папе тормошить его. Привет! Ну, привет! Ну, я слушаю.
Ну? Я слушаю. Здравствуйте. Ныкайся, пацаны! Ну чё тупим? Всё, погудели! Рано волыны чехлить, пацаны! Ща пощупаем! Жмурам-то опа, оно уже всё без мазы! И чё у нас тут? Mm-hmm.
козлина! Зырить в оба! Ну чё, ждём ещё лоску? Ну, доставай водяру! Помянем шмуров свежий! Ну чё за водяру? Оружие прибери, дружище. Чего расскажешь хорошего?
надежное убежище.
здравствуй. Здравствуйте, Да. А! Бывай!
Время дорого. Рассказывай. Подходи. Покедова! Привет, брат! Привет! Удачи тебе!
Thank you.
Yeah.